Вот такое классное время года, декабрь. Привет всем. Друзья мои, мне кажется, что дождь уже идет целую неделю. Это наша первая зимовка в Черногории. Большое желание просто выйти на улицу и побродить по берегу. Реальная самоизоляция. Сейчас должен быть промежуток между дождем и ливнем. Надо пробежать до порта Монтенегро и размять булки. Там, кстати, стоит пара интересующих меня яхт. Ну, чисто посмотреть. Это бывшая яхта российского миллиардера Абрамовича. Две супер яхты. Да. Две супер яхты. Одна бывшая Абрамовича, другая нынешнего Мельниченко. Ну ладно, дальше. Ты снимаешь? Да, конечно. Нет. Да. Я же шучу. Короче, две супер яхты, супер звезды прилетели крыльями звеня в Черногорию, в порт Монтенегро. В ожидании нас, чтобы мы их посмотрели. Ты так думаешь? Я так думаю. Я не знаю, что они так думают. Ну, короче, вот мы решили сходить и посмотреть вот эти вот две супер яхты. Одна моторная яхта бывшего российского... Нет, бывшая моторная яхта российского миллионера. Миллионера. Хотя можно сказать, что он бывший российский. Абрамовича? А почему, кстати, Абрамовича, не Абрамовича? А, потому что это как отчество, да, будет уже? Ладно. Короче, одна яхта моторная, другая... Парусная. Парусная. Парусная яхта тоже бывшего миллионера... Нынешнего миллиардера Мельниченко. Очень интересная по своим... Да, яхта класса А. А дизайн вообще изумительный. Такое ощущение, что она на боку лежит. С виду. Ну да. А параметры у нее 100 метров высоты. 100 метров только высоты. Это вместе с мачтами. И 142 метра в длину. И инопланетянский дизайн. Да, вообще обалденно. Круто. Да, круто. Мы хотим посмотреть эти две яхты. Ну, может быть, даже издалека. А потом... Кто-то тебя туда пустил. Нет, ну, знаешь, все красивое видится на расстоянии. И также мы хотим зайти в магазин. Говорят, открыли прекрасный магазинчик с русской, украинской... Сало, водочка, да, пряники. С продуктами такими. Да, безумные деньги, да, по цене, не знаю, очень дорого, короче. Но мы решили посмотреть, может быть, что-то прикупим, потому что... Селёдочка! Очень соскучились по селедке, очень соскучились по красной... Нет, по красной икре нет. Соскучились мы по салу. Ну и что-нибудь еще посмотрим себе, может, что-то там есть. Такое интересное. Почему мы еще соскучились? Может быть. Может быть, да. Расстояние до туда 6 километров всего от нашего пирса, от нашего причала. Для нас это немного. Для нас это немного, да. И Google сказал, тем более, что мы пройдем это легко за один час. А то все буреки, буреки. Ну да, потому что уже и буреки, и местное пиво, и местная сливовица. В такую погодку-то вообще, в принципе, обалдеть, да. Но все-таки хочется... Водочки. Чего-то новенького. Чего-то старенького. Чего-то давно забытого. Сталенького. Сталенького? Не, сталенького нам пока не хочется. Ну что, вроде все. Пошли? Пошли. Лишь бы под дождь не попасть. У нас же есть непромокайки. Угу. Одеваем. Через несколько ливней, это уже мы проходили, наши непромокайки станут промокайками. Мне кажется, лишь бы под град не попасть. Здесь есть град. То есть здесь бывает град? Зачем ты это сказала? Все, пошли.
Попали под град. Это вообще кошмар. Мы находимся в порту Монтенегро. Смотрите. Вот, все в градинах. Кошмар. В декабре месяц, сегодня 10 декабря, в порту Монтенегро идет то ли дождь, то ли град. Волшебно. Нет, еще град. Град? Или дождь? Дождь уже. Они просто не тают, смотри, как долго. Рыбачок сидит под зонтиком, под градом и ловит какую-то рыбку. Вот на фоне этой супер яхты. Дождь потихонечку проходит, и мы переждали в таком укромном месте под крышей. Но это, конечно, интересно увидеть град в декабре. Позавчера была, кстати, гроза такая обалденная. Она так грохотнула, что аж, ну, было жутковато немножко. Я сегодня дерево притащила в порт Монтенегро. Пришвартовалась. Никто не уберет, не распилит. Ха, прикольно. Сейчас мы идем смотреть с той стороны, подойдем к крану. Там, думаю, будет хороший вид на эту супер яхту. Все кары укрыли такими чехлами, потому что сейчас сезон дождей. Буи здоровые. Вот она яхточка. Яхта Пелорус длиной 115 метров. Бывшая яхта Абрамовича. И последний известный владелец, согласно данным от Википедии, на 16-й год китайский миллиардер Самуэль Так Ли. Гонконгский миллиардер, владеющий недвижимостью. Сегодня яхта класса А видна во всей своей красе. Видимо, перешвартовали. Спасибо большое другу Льву, который побывал рядом с этой яхтой, и это его снимки. Баня зашла в Монтенегро, в порт. Это вот баня. Вот баня на фоне супер яхты. Ну как же мы скучаем по нашей русской бане. Молодой человек, а где вы Балтику брали? О, спасибо большое. В миксе, да? Спасибо, вот туда нам. У нас открылся небольшой магазинчик, где можно купить русских продуктов. Давайте зайдем в него. Купили
Вот такое бархатное пиво, мягкое, фирменное. Вот, прошу обратить внимание. Сделано оно где-то то ли в Германии, по лицензии Балтики. Von Deutschland. Ну, короче, вот такая бутылочка. Обошлась объем 470 миллилитров, обошлась нам 99 центов. Попали под дождь, даже под град опять, снова град был, я уже телефон не доставал. Идем, сыро капец, машины брызгают, ну вот так все удовольствие скажем. Хочется в тепло, домой, на яхту, на White Lady и что-нибудь такого крепенького. Скоро уже начали покрываться снегом. Вот такой декабрь, ребята. Снежный. On your toes, don't forget the dusty eye. Write a little note on your toes, don't forget the dusty eye. Look at what you wrote, goodness knows, it's easy as pie.